Так. Привет, мои дорогие друзья! С вами по-прежнему Рина Пьентонида. Я показываю вам вечерний рождественский город. Мы сегодня с Джоном поехали в ресторан, поужинали. И вот этот ресторан расположен в старой, очень дорогой части города. И больше всего мне вот здесь нравятся улицы, как убраны, улицы и дома. Вот то, что мы делаем как бы дома всегда перед Рождеством или Новым годом, убираем квартиру, делаем красивой. Здесь люди делают это с домами и с участками вокруг. И вот я хочу... John, please, turn the loop. I'm just going to turn the one with lots of lights. Yeah, there are enough light there. Вот, очень красивые вот улицы, вот смотрите. Жалко, мы проезжаем очень быстро, я рассчитываю, что он... Я попросила его свернуть на какую-нибудь улицу и показать, вот как люди украшают дома и украшают улицы. Вот посмотрите, какая улица красивая. И здесь разноцветные шарики вот вокруг домов висят. Это, конечно, делают люди сами, но с другой стороны, не знаю, вот поскольку они украшены в таком вот в одном цвете, вот смотрите, это ночь, это вечер, 8:30, и как здорово украшены дома. Жалко, конечно, дома красивые, вы не видите сейчас их, но вот это прямо вот улица украшена, вот смотрите, вот с этой стороны покажу вам. То есть она украшена по обоим сторонам. И даже вот мы сегодня проезжали с Джоном, я видела апартаменты. Апартаменты украшены по периметру окон вот так красиво. А вот тут вот простой проулок какой-то, уже ничего не украшено. Украшена будет следующая улица, которая будет идти поперек. Вот красивый дом, вот все окна светятся, елки все горят. В общем, я не знаю, что вам будет видно на видео, но это вот такое, несмотря на то, что это Флорида, у нас там 30 градусов тепла сегодня было, вроде как настроение совсем не новогоднее, но вот такие вот красивые елки вокруг и красиво украшенные дома, они сразу создают какое-то праздничное настроение. Вот впереди красивый очень дом. Светится огнями, вот он весь украшен, видите, весь украшен, и ходит дядька там какой-то в шортах. Вот такая у нас, и вот с этой стороны дом тоже, вот такая у нас флоридская зима, такое флоридское Рождество. Merry Christmas, дорогие мои, Merry Christmas. Вот это вот таунхаусы построенные, и вот такие вот большие таунхаусы трехэтажные, видите, не знаю, но, наверное, достаточно дорого стоит, потому как и парковка тут есть. Чудо, но плохо, слабовато они украшены. Вот, пожалуйста, вот домик вот один тоже украшен красиво. О, вот они прямо вот этими разноцветными огнями, да, вот смотрите. Вот этот красивый дом украшен, прям колонны обвивают этими разноцветными огнями. В общем, красиво, красиво. Не жалеют люди на красоту. Это сегодня вот, наверное, ну, повисят это, не субботу-воскресенье, в понедельник уже будет это дело они снимать. Жалко, все заканчивается. Новый год здесь не особо празднуется, как бы он не праздник. Вот все остальное Рождество. К Новому году это все уже снимут, смысла в этом будет уже не будет никакого. Вот какая улица красивая, вот какие красивые дома светятся все. Я прямо обалдею, когда я здесь проезжаю и смотрю. Мы говорили с Джоном, здесь недвижимость стоит очень дорого, и жить здесь очень дорого. Но собака как красиво! Как красивые венки. Вот он, еще один дом такой. Вот прямо, прямо какая улица вся светится, вся нарядная, вся иллюминация. Это живут, представляете, живут разные люди, их никто не уговаривает, ничего. Они все это делают сами. Для себя, вот просто для себя, создать настроение себе, детям своим создать настроение. Делают ли это кто-то приезжает, то есть они оплачивают, или это они делают сами, это все по-разному, но они это делают. Вот тоже классно, медведь стоит здоровый, такой машет лапой. Да, иногда бывают игрушки такие, которые еще они машут, они включаются, и они еще и машут. Ну, вот такие вот, вот такое вот у нас Рождество. А вот это вот центральная улица Хайд-парка.
очень хорошая, очень красивая такая эрия. Тут вот слева и справа магазин. Вот она освещается как днем. Мне очень жаль, я не могу вам показать сразу две стороны. Показываю вам вначале одну, потом другую. Вот тут вот елка большая, и люди гуляют тут. А, и вот все деревья, вот все они обвязаны вот этими ветками. Сейчас вот это наш любимый итальянский ресторан, очень хороший. Вот здесь вот, конечно, бутики, это бутики дорогие, а это не то, что там вот куда-то мол зайти, потому что вот сама эта эрия, она достаточно дорогая. И вот она вот улица, вот закончились такие основные здания, вот за что я люблю Хайд-парк. Вот здесь вот три такие бесплатные громадные парковки, вот. И вот закончилась эта эрия, и начинаются дома. Вот это тоже, вот видите, большие дома. Дорого стоит, красиво украшен. Все это как бы следствие одно другого. Вот он красивый. Вау! Вот он красивый. Honey, you look... yeah, that's the street we were just down. Мы уже были на этой улице. Он говорит, мы катались. Меня возьмут по этой улице. Уже я вам показывала. Может, ну вот, в общем, что-то вы здесь увидите среди ночи. В огне там увидите красивые. Красивые здания, жалко, что нелитные камеры не берут. Здания очень красивые, ухоженные. Вот здесь нет ничего такого типа брошенного. Или вот все хай-класс, абсолютно все хай-класс. И вот мы выезжаем на Бэйшор. То есть это вот сейчас с левой стороны от нас будет река, а вот с правой стороны вот она красота какая, горит огнями. Это вот то, что я вам показывала в видео, там живут непростые американцы. Вот они вот так вот живут. Смотрите, где пальмы, да, пальмы мы подвязаны, наверное, метров по 10 высотой. И Дед Мороз вот стоит. Горят огни, все тут электричество, не каноны. Вот какие красивые. Юги, а мы будем разворачиваться и ехать домой. Потому что уже начинаются большие дома здесь. Квартиры здесь очень дорогие. Вот здесь вот комната была, апартаменты одна, комната одна спальня стоили до 500 тысяч. Квартира здесь очень-очень дорогая, особенно первая линия. Ну вот видите, немножко я про недвижимость не сказала. Не удержалась.